Фестиваль «Детское счастье» прошел на Театральной площади Саратова в минувшую субботу. Юные зрители мероприятия смогли не только поучаствовать в конкурсах, но и покататься на машинах. Однако прежде чем сесть за руль, им пришлось сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Все мероприятие сопровождалось музыкальными номерами. Самых активных участников фестиваля наградили призами организаторы – издательство «Комсомольская правда Саратов» и РЕН-ТВ «Саратов».